В этом году все должно измениться. Нервозность, чувство отверженности и неполноценности, личностные проблемы, моральные проблемы, в общем, жизнь. Простите, что отнимаю время, но я покончу с собой. Решила, вот пусть взрослые знают. Ну что ты, прекрати! Замолкни! Это же клуб! Это клуб! Мы тусовались! В клубе! Этот клуб не для таких, как ты. Что ж, пап, нам нужно серьезно поговорить. Ты не гей. Я могу им быть. Не в такой одежде. Юмор очень субъективен. Я имею в виду, что он имеет много граней. Больше никакой машины. Давай сюда ключи. Кто скажет? Хвостун! Жизнь, не надо уметь рисковать. Не бойся сделать первый шаг. Начинайте обратный отсчет с 10. 10, 9. Девочка очнется сиротой. Если вообще очнется. Я раскрою тебе тайну, милая. Жить или умереть решать тебе. Если у тебя остались хоть какие-то силы, борись. Я не думаю, что должен идти в школу или на улицу. Больше вообще никогда. Тебе не надоело возиться со мной? Say something, I'm